Мой доклад был посвящен Манзунскому архипелагу. Мы знаем все, что после операции Таллинской, освобождение Таллина, это приблизительно к 27 числу, когда наши войска Ленинградского фронта приблизились к Рижскому заливу, создались благоприятные условия для начала для освобождения островов Манзунского архипелага. И уже 27 числа был приказ командующего фронта Говорова о подготовке к этой. По плану, в общем, войска соединения эстонского корпуса выдвигались в районе Вирцу для того, чтобы впоследствии дезантироваться на остров Муху. Второй корпус, то есть он не второй, а 109-й корпус, которым командовал генерал Алферов, ему была задача это выдвинуться в район Хапсулу и дезантироваться на остров Хиума. Вот в этой операции участвовал я и наш полк, 131-я дивизия и 593-й Нарвский полк. И 5 числа октября одновременно, синхронно, и мы высаживались на... Это было задумано, очевидно, фронтовой операцией. Мы высаживались на остров Хиума, это или Даго, так называемый. А эстонской дивизии 249-я, в частности 925-й полк, дезантировался на острове Муху. Ну, прошла довольно успешно, правда, дезантирование на Муху довольно с большими потерями с обеих сторон. Вот, но все-таки они захватили плацдарм. Это было неожиданно для немецкого командования. И уже командир, который возглавлял группировку у немецких войск, он обратился, что он признал, что он не может удержать, и нужно все сосредоточить в районе Сырби. Ну и он был прав, потому что уже 7 октября был освобожден Куресаре, ну, дамбу отремонтировали и так далее. А мы, значит, уже дезантировались 5 числа с острова Хиума на остров Сарма и пошли по правобережью в сторону Сырви по дороге, и был Тихомирин, в котором была трагедия, но, к счастью, мы в этой трагедии только были свидетелями на утро. Я собственными глазами видел, как груды буквально лежали трупов друг на друга, первый плечо обнимаются, один волосатый, а второй волосы были короче. Это были немцы волосатые. Вот. То есть там шло бой не огнестрельный, а рукопашный бой штыком, ножом. Владимир Александрович, освобождение Сарама и Эзеля, эта операция подвела итог освобождению Эстонии, да? Да, это подвела итог. Но здесь надо указать то, что это Эрбенский пролив. Почему немцы так держались за это? Это Эрбенский пролив, который защищал Курлянскую группировку, где было 30 дивизий окружений, продовольствием, боеприпасом и так далее. Поэтому они так держали. Там уже находилось 10, около 10 тысяч. Они еще, кроме этого, 218-ю дивизию
дезантировали туда-то, на эту. То есть там было очень много войск и военно-морских. Принц Евгений, 3 крейсера только было, 22 различных судна и так далее, морских. Бои были там жесточайшие. В самом узком месте он представлял 1 километр. На этом километре вот 9 дивизионов артиллерийских. Это надо представить себе, сколько там было огневого. Причем они были укрыты или лесом, или на окраине у воды. Невозможно было их обнаружить. И поэтому эта победа была, конечно, величайшей заслугой войск наших и далась большими потерями. И дала возможность ликвидации курляндской группировки, которая уже была, как вы знаете, после победы.